Будь кого слышно противников или нет? А сейчас узнаем. Привет, друзья, с вами Раш Нарензука, и мы начинаем новое онлайн-мясо по игре «Бог войны восхождение». Сейчас у нас будет режим 4 на 4 игрока под названием «Милость богов», то есть командный режим. Чья команда больше замочит, больше милости богам, то есть не милости, а подаяние богам принесет, те и выиграют. Карта называется «Трое», по-моему. Так, да. Ну сейчас мы все увидим после загрузки. Алексей у нас попал в противоположную команду, пока не загрузился. Может что-нибудь сказать? А, уже загрузился. По-моему, его не слышно будет. Победите богов своих и принесите, да, наверное, скорее всего. Жертвы богам. Мы против случайных играем. О, этот Вулик, ну, да, заговорил. В принципе, да. Начнем. Ой! А, все. Так, ну слушай, вот. А меня видно, моего игрока видно? Сейчас? Да. Вот я за тобой бегу. Только просто тут такая тенденция, что тень противник не должен видеть. Когда уходишь в тень, служа Аиду, то противник не должен тебя видеть, пока ты на него не нападешь. А, ты за Аиду играешь? Это дурацкая магия, если честно. А я, ну я не знаю, вот противник реально не видит это, просто я же вижу своего игрока. Так, пошло, Месилова, да, колбась его, колбась! О, блядь, да. Тут что-то замес какой-то жесткий. Обнимашки, лучше возьми, играем в обнимашки! Да, лучше возьми магию смерч. Ну, а у меня еще не прокачано, я не могу взять. Ну вот она там, сука, блять, уж я же включил магию неуязвимости. Капец, меня сейчас порвут сразу же в первом бою. Помогите! Убивают! А-а-а! Хулиганы зрения лишают! Блин. Короче, пал я в первом же бою, вот написан ник того, кто меня заколбасил. Как кто у нас там дерется? Их жестоко заколбасили. Вот мы сейчас Двурика наблюдаем. Сейчас мщу. Во, молодец, я вижу, как ты мстишь. Так, где погнали. Твой обидчик? Бля, убежал уже. Бля, пиздец. Какие-то копии из стен вылезают. Ха. Вот он серию проводит. Оскар, я не могу. Вот Лёха. Бля, я его заколбасил. Надо захватывать точку. Ты давай прикрывай меня пока. Иди или подлечись там, я не знаю. Там где вроде справа пушка должна стоять. Лечения нету. Враги нападают. Где вот они? Вот, иди сюда, я где стою, вот, бери. О, все, я нашел тебя. Меня-то подожди. Ты носишься как бешеный. Ну а зачем медлить? Они, блядь, ведут. Ой, ёбра, они ведут. Да, а чё вы никто не захватываете точки? Ух ты, сука, вали его нахер! На! Получи! Убежал, гад! Ну, а поиграем в обнимашки! Ай, не получилось! Двое на одного, я ебу! Тут бывает и трое на одного, вот это вообще пиздец! Да мне двоих вообще-то хватает, хуча сделаешь! Им главное, им так нравится! Их это устраивает, трое на одного. Так и надо делать, вы чё? Иначе не выиграть. Вы чё? Так вы где лазите, вы чё? Я вот побежал за одним, блин, засранцем, а он скрылся от меня. Парни, левую точку давайте тут отбивать нахрен. Захватили уже. Нашу территорию. Да и похуй. Да ебать его возраст. Отбиваю сейчас уже. Ааа, меня грохнули, суки. Лёха меня замочил, гад. Сейчас мы будем смотреть, как его убивают. Это кого убили-то сейчас? Алексея? Меня. А, тебя Лёха убил? Понятно. Да. Он нас всех мочит. Мы, как он говорит, мы неудачники, да? Или... Он, блядь, уже успел там задрочить неплохо. Блядь, ну что, меня тут... Я пошел нахер отсюда. Так, смотри. 3000 против
Одно. Суки! Блять! Всех порву нахуй! На флаг! Блять! Отмена серии убийств какой-то, блять, произошла! Ты что ты тут скачешь, блять? Ну-ка сдохни нахер! Чего там такое делает? Что это было? Какую-то магию применил чувак, он был. Нигер. Да, валит, валит! Ой, я что-то схватил амулет какой-то. Давай, захватывай, дворик. На ноль его используй. На круг, точнее. А, точно, блять. Стоять, сука! Куда он делся, блять? Вот урод. А он, сука, подлечился, блять! Блять. Черт, меня убьют сейчас нахер! Блять, Алексей, отъеби! Нет! Гад. Дворик. Че это, блин? За тобой там кто-то бежит. За мной. Да. Все? Да, блин, че за глюки сраные? Да, блять, я опять лицо убил. Обнимашки, Алексей. Захватываем точку. Вы там сундуки тоже открывайте. Тут по большому счету можно даже не убивать, а сундуки открывать, очки набирать и все. И у меня тогда было, когда я бетку проходил, у меня вообще 0 убийств, 7 смертей, я просто бегал, сундуки открывал, захватывал, и я был на первом месте. А, черт, я вниз упал. Ну давай не сюда, чувак, иди сюда. Я не смог столько убийства сделать. Этот гад меня запарил, блять, он меня скинул, сука. Нет, блять. Нигер с копьем, блять, всех херачит. Охуенно. Так, где у нас там захвачено, надо пойти разобраться. Ух ты, блять, ты че тут, сука, творишь, иди сюда. Херачим его. Ааа, что он делает? Магию какую-то тут врубил. Ааа. О, блядь. Все, пиздец. Ааа. Все. Ебать, где я? Ебать. Дворик, давай, ах, херачик, блядь, своим молотом. Опять Алексей, блядь, да сука, съебывайся. Да, блядь, я ебал. Блядь, просрали. Нахуй. Смотрите, а нас трое было, да, и там трое. Я думал, мы четверо на четверо играли. То есть один персонаж так и не нашелся. Алексей, задержка, блядь. Два убийства, пять смертей. 14 уровень, я, конечно. Так, ну что ж, сейчас покажут нам, что мы завоевали в этом бою. А, неудачники. Пиздерей мы завоевали в этом бою. Да, огромных даже. Мне еще долго, чтобы что-то открыть, надо тут воевать. Доступны какие-то реликвии разные, но пока еще маловато очков и всего такого, чтобы их использовать. У вас там, блин, дворик, конечно, отжигал. Ладно, друзья, на этом мы сделаем перерыв, встретимся в следующей серии.